Инспекторы следили за автобусами на патрульном автомобиле без опознавательных знаков и фиксировали нарушения ПДД на видеокамеру. После этого они приезжали на конечные остановки в разных частях города и показывали водителям видео их нарушений, проводили с ними беседы и выписывали штрафы. За 3 часа рейда зафиксировали факт проезда водителям на красный, пренебрежение ремнем безопасности, разговоры по телефону во время движения и остановки на пешеходном переходе. Только в этом году на территории Красноярска и Дивногорска зарегистрировано уже больше 4 тысяч нарушений ПДД водителями маршруток.